Здравствуйте, с вами магазин AutoZvuk.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильное зеркало видеорегистратор от компании Phantom, модель RM96 DVR Full HD. Поставляется в фирменной упаковке данное зеркало. Внутри у нас находится подробная инструкция по эксплуатации. Само зеркало. Данного зеркала экран на всю плоскость зеркала диагональю 9,7 дюйма. Зеркало сенсорное, кнопка включения-выключения одна механическая имеется в нижней части зеркала. Сверху у нас находятся разъемы, это слот под карты памяти microSD до 64 гигабайт поддерживается, аудио-видео вход под камеру заднего вида и также мини-USB для подключения питания. Камера у нас отодвигается для того, чтобы можно было корректно повесить на штатное зеркало данную накладку. Также регулируется наклон, поворот камеры. Угол обзора 170 градусов у данной камеры. Записывается видео в формате Full HD. Корпус пластиковый, есть динамик. Также в комплекте имеется выносная камера. Резиновые фиксаторы зеркала, гарантийный талон и также адаптер питания в прикуриватель. Сейчас мы подключим зеркало на питание 12 вольт и пройдемся по его меню. Подключили зеркало на питание, заходим в меню. Зеркало полностью сенсорное, можно выбрать видео с передней камеры, с задней камеры, просмотр уже записанных ранее файлов и также настройки. Заходим в настройки. Первый пункт разрешения. Далее выставляется циклическая запись. Включение-выключение функции HDR. Датчик движения. Ночное видение включается, выключается. Датчик удара. Режим парковки. Настройка даты и времени. Выбор частоты. Автовыключение дисплея. Выбор языка. Сброс настроек до заводских. Форматирование. И версия программного обеспечения. При покупке на данное зеркало обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozvuk.ua.